Сейчас закончу, тоже полечу к Витольду. А у него что? Пойдем пиздюлей наковыляем. Угу. Повешать? ПВП-шить. Вы воюете, так, я так понимаю, только с одними ребятами, да? Или есть еще третья какая-то сила, с кем идет замес? Федералы все. То есть вы еще одна сила, правильно? Ежи и все остальные. Да. Не могу найти высокоуровневые сигналы. Летаю по списку мейла и не заходит. Хоть ты стреляйся. Я же, в принципе, и по Инари могу смотреть, правильно? Это же не обязательно смотреть по списку. Там же тоже написано система с бумом. И вот. Все понятно, расследчит, точнее конвоя, бла-бла. Еще раз. И посмотри, ну что ты будешь делать, нет? Все больше и больше знаний просто. Да ёкар. Вот и ёкар. А, это тут я... Ого! А раньше нельзя было мне эту. Ололонис. Ух ты! Обнаружен перья. Вот. Хоть реально, вот бери и ставь это, какие-то пушки на фантом, на край фантома. Пираты достали. Я ж тут летаю еще между системами. Торгую, чтобы маркетов наторговать 50 штук. Ну, у меня там какие-то... Мусор какой-то валяется в грузе. Зараза какая, ну.
интересная система. Как ты посмотрел? Похоже, не судьбя. Одни сплошные зашифрованные сигналы. Печаль, печаль, тоска. Уже 20 минут летаю его с этого уровня сегодня. Сейчас плюну и в империю полечу вообще. Что фиг, люди со мной. Дирал не хотят ничего.